В городской научно-практической конференции приняли участие более 100 ребят. Ведущим секции и экспертам предстояло оценить 70 исследований и проектов. Они разработаны на основе интересов, увлечений и практических задумок учащихся с 7 по 11 класс. Было представлено 10 секций, среди которых зарубежная лингвистика, информатика, цифровые технологии, история, физика, человек и природа и многое другое. Молодежный парламент как средство формирования политической культуры молодежи. Выбрал такую тему, так как она мне более близка, так как я сам являюсь членом кадрового резерва молодежного парламента города. Очень нравится общественная деятельность, так как можно именно реализовать себя, раскрыть свой потенциал. В этот день царило особое волнение и желание показать всем результаты своих исследований. Экспертов не могли оставить равнодушными сияющие глаза детей. Все ощущали позитивный настрой и радость творчества. Работы учащихся поразили своим разнообразием тем и глубиной содержания проектов. Совместная работа юных исследователей и наставников, а в результате различные дизайн-проекты, создание карт памяти, веб-квесты, удивительные теоремы и благоустроенные дворовые площадки. Я представляла свой проект благоустройства дворовой территории, который выполняла в прошлом году. Наш двор находится по улице Новокировский проезд 13. Мы посадили цветы, сделали клумбы, покрасили столик, реконструировали лавочки, новую песочницу поставили, и нам помогала управляющая компания. Взрослые, родители детей, вообще соседи, все помогали. По итогам городской научно-практической конференции больше всего победителей в гимназии номер 12 и гимназии номер 18. Однако призовые места заняли ребята практически всех школ Ленинска-Кузнецкого. Анна Кириллова, Василий Обухов, РИА Ленинск.